Между тем, накануне забастовки на Анинском руднике корпорации «Казахмыс» председатель правления Эдуард Тугай заверял, что с 1 мая на новую систему оплаты переведены все предприятия обогатительного и металлургического производства, рабочие рудников и вспомогательных предприятий. Чтобы сообщить об этих нововведениях, топ-менеджер специально прилетал в пятницу в Алматы. Угай просил журналистов не сравнивать Жезказган с Жанаузеном и убеждал, напряженности в регионе нет. То, что Жезказган с Жанаузеном сравнивается, какие-то, может быть, есть моменты, и я думаю, что мы сами большое значение этому начинаем придавать, но на самом деле, я думаю, что параллели такие, они очень разные, природа вопроса очень тоже разная.